Я вас поснимаю, а потом... Серёж, так может пойдем туда, где больше этих самых? Мама, куя? Это не куя, я не боюсь ее. Бросаю в воду, чтобы она туда. Что такая тесная? Наталья, бросай, пожалуйста, в воду. Я ее подорву. Слава! Что у нас? Давай, вперед! Вот этому цепи дайте скачет. На! Пойдемте туда, где белочек много. Зачем цепи? А это не понимает, что ли, что в воду надо идти? Может, она не водоплавающая. Напугали. Пока она как будто плавает, иди сюда. Мама, я могу с ними гаять. Мам, я могу с ними гаять. А сейчас вон те все приплывут. Мама, я знаю, как с ними гаять. Катай. О, нет, папа, ты не хочешь. Мам, ты видела того? Мне вот эта уточка нравится, такая кремовая какая-то. Как капучино цвета. Или какая она по цвету? Макачи. А вот какой-то пирода. Ой, подтягивается вдалеке. Но они какие-то очень медленные. Мама. Смотри, вон тянется панда. Сейчас, зайка, белочка. Папа, я боюсь. Зайка, наверное, папа, я боюсь. Зай. Катарине на глаза. Смотри, какой он деловой идет и кричит, кричит. Зай, ну дайте. Ну что, тебе жалко, блин? Ну, Зай, Катарина боится. Катарин, не бойся, папа их будет кормить. Мам, смотри на кого-то. Тата, отойди, пожалуйста. Я буду их кормить. Катарина, а ты стой возле меня, я буду, если что, их кто-то сам. Ну не бросай их все. Мне кажется, Зай, вот этот очень дерзкий товарищ, да? Кидай потом, они пойдут спать. Классно, у нас сейчас будет много уточек, весь парк, Зай. А это, думаешь, он здесь есть? Смотрите, сколько маленьких этих идет сюда. Папа, хами. А вот этого лицо недоброе, да? Мама, как ты не боишься? Дети, не бросайте мне, пожалуйста, в голову хлеб. Мама, не как маленький. На, не будет. Самый, короче, он здесь главный. Он отогнал этих черных, чтобы кушать. Папа, идем. Может, он, и он сразу не ел, когда кушали вот эти два серых. Зай, смотри, сколько их приплыло. Такое ощущение, что он привел двух гусей сюда кушать. Серёж, посмотри туда, на озеро. Зайка, ну не бойся, иди ко мне сюда. Катарина, вот эти вот с черными шеями, они... Давай встань вот здесь, как. Катаринка, вот здесь встань, не бойся, я стою перед тобой. Так,
Да, да. Ты, Катаринка, подходи вот сюда белую уточку кормить. Вот сюда подойди. Не бойся. Катарин, ты так бросаешься? Катарин. У меня нету ничего. Катарина, Катарина, обойди вот сюда, не бойся. Чего ты так боишься? Боишься? Вот всем бросай, вот всем бросай. Белую уточку корми. Катарина, они заняты своими делами. Ну, страшные. Страшные. Я что-то читаю. Сейчас пойдем. Глянь, сколько там они, как озеро. У меня нормально, если они на воде, но если они на воде. А они уже видят, не видят что-то. Это очень красиво, правда? Не знаю. Ну, там белочка за тобой. Где? У тебя где белочка? А белочка, он куда тут убирается? Надо пройти, белочка, белочка. Вот старенько я этому дам. Он стоит такой одинокий. И... Ну, не так на всех. Ну, они кушать хотят. Все. Он очень громкий. Ну, больше. Мама, да? Мам, почему они всем нам идут? Потому что ты бросаешь им, вот они идут, мальчики их перестали кормить. Вот мы устроим здесь свою компанию. Смотри. Ладно. Мне не нравятся большие. Они думают, они... Я не знаю. Нет, вот, ну, мне очень нравятся вот эти маленькие черники. Ну, Катарин, большие тоже есть, хотя ты их не корми, я буду кормить. Я, мне нравятся вот маленькие черники. Вон, смотри, они сейчас отвлекутся и будут там. Ой, я видела, некоторые бы красные глаза есть. Красные глаза? Да, и я просто начну еще. Мама, мам, смотри. Смотри на это. Мама, мама. Сейчас, зайка, там папа пытается разобраться с белым. Что? Окей, смотри, сейчас. Ты много кинь, они тогда так чик умеряют. Я их могу, типа... Руководить ставить. Предводитель идти на ставить. Хотя, может, это не утки, я точно не уверена. Саш, у тебя все хорошо? Не знаю, какой сейчас около нас, какой тихий. А смотрите, как они ссорятся тоже. Дружочек. Саша, иди к нам. Я послышу. Смотри. Они все парень-то идут. Есть какой-то рота, который идет? Саш, иди сюда, а то мы стали пить с этими. Хорошо. А у этих собрания, смотрите, вчетвером стали. Мама, там, мама. Мам, я думаю, я просто уже буду посылать. Давай, так, и тогда пакетик в мусорку, хорошо. Только не урони пакет в воду. Ой, что вы творите, Саша? Все, Саш, пакетик в мусорку. Большой пластик. Саш, аккуратно к воде. Тебе понравилось, Саш? Саш, да. Что у тебя с шапкой? Молодец.
Ну, сегодня, в принципе, тепло, можно было быть без шапки. Пошли в папе сходим. Пойдем? Иди сюда, потому что там никого нет. Не бойся, спокойно. Катарин, ты справишься. Кинь ему хлеба, и он отстанет. Катарин, только не бойся. Все, не бойся. Я буду с тобой рядом стоять, хорошо? Иди на дерево. Папа повелитель уток. Иди от меня. Ну, если ты вон там, если тебе не хочется, ладно. Катарин, ну это ж хороший, это не этот большой. Катарин, где ты идешь? Так, Катарин, на голову. Ну а чем не бояться? Иди на дерево гулять. Не хочешь? Катарина, играйте, они за вами не пойдут. Катарина, ну что, повелитель уток, ты свободен? Я думаю, я готов идти домой. А что у этого скрыли? Бери ключи и готовься бежать. А смотрите, что я делаю. Оп, смотрите, они ныряют. Нету здесь, все. Я хочу на плакат. А моя Катя, это будет когда-то? Ну, мы можем в среду еще приехать покормить, если хотите. Потому что во вторник мне на работу, я не смогу. А где Сашуня? Те черносчи, они нормальные. Они по вылете, потом отходят, потом приходят. Сереж, видишь, я не могла обойти, я не могла прийти через стоянку, она вся в решетке. Да. Не, ну я думаю, вдруг там где-нибудь проходит. Осторожно, как дети не успеют, осторожно, надо. Разговаривают. Вот это страшно. А вот эти вот серые, они агрессивные. Они гоняют и своих, и чужих найдя оттуда. Ты ему дань дал? Я не дружу с ними. Я дружу с хорошими. Папа, а он может признать? Он может словить булку так, как ты ее словил. Я Антоше передал булку через все поле. На, дай-ка ему хлеб. Катарин спрашивает, можем ли мы еще в среду приехать их покормить. Смотри, смотри, словил тоже, смотри. Кого тянет, сейчас увидим. Ну тянет кого-то, сейчас увидим, да? Смотри, тянет. Утку! Да, ну перестань. Давай постоим, снимаем. А можно снимать с ним? Можно, почему? Папа, ты имеешь все и... О, смотри, смотри, да? Хорошую какую, а? Ну подожди, я ж снимаю, не закрывай мне тогда. Смотри, смотри, смотри. Ну-ка, оп, вырывай. Это маленькая, тут дядька гораздо больше. Нет, да раза в два больше у него больше. Она живая? Нет, блин, за... Смотри, кот, он тебя преследует. Здесь. Вот эти хорошие. Они мирные, но вот этот мирный мне не нравится. Тише. Ты не мой бежи, папа, ты не мой бежи. Такую душу разбираешь. Зай, ну сравни, как сегодня тепло, правда? Рыбачишь, так они ловят и упускают. Вот мужик не так фотографирует. А в чем тогда интерес? И около руки, и селфи, а потом упускают. А в чем интерес? Ну, словите. Словите селфи с рыбой сделать. Не, варить нет. Ой, старший подняли, да? Зай, они за тобой будут идти до тех пор, пока ты будешь им хлеб бросать. Это не серые гуси, они не такие противные, не злые, и они не преследуют.
Пойдем, дети хотят там погулять. Пойдем еще. Ой, да, класс. Я думаю, некоторые из них идут за нами, я думаю, вон те два за нами плывут. Если они там будут плыть, я боюсь, что они приплывут к следующему разу как раз к нам. По-моему, вот сейчас этих взял на платформу. Зай, вываливай, короче, весь хлеб в одну кучу, пускай сами разбираются, дети хотят Зай, на площадку. Он утонет. Так пошли на площадку. Папа, еще. Когда я кидала хлеба, нас было много за воде, они по все типа двигались посередине еду. Я бы могла сделать двигаться в ней. Ага. Кому дать? А эти черненькие так забавно по воде бегают не на лапках. Не бегают, но... Знаете, маленькие, а я видел большой и бежал. Давай я утку покормлю. Смотри, дай. Смотри, прям смертельный номер. Она тебя боится, Сереж. Ну. Он ей помог не кормить. Давай, я отсюда тебе. Дети, хочет кто-то покормить? Зайда, дети. Не, мне эта банда не нравится, уходим. Уходим, блин. Уходим от банды. Бедный, почему он без ноги? Ну, я хотел сказать, может кто-то скусал, но я не знаю, что скусал. Ну, кто-то его, кто-то обидел. Папа, это ничего, просто дай. Теперь все будут забиять. А мы вновь будем ударить. Ой, теперь говорим, что он был. Ну все, бежим, бежим, быстрее на площадку играть. Я думаю, теперь. Ладно, когда здесь забирать, надо просто еще подойти. Ну, поездим. Я чувствую плохо. Ну, зайка, что мы можем? Мне нравится. А там к нему надо. Ой, блин. Трещат тогда. Прогони эту нехорошую. Надо ему поставить. Ворот. Зайка, ну мы ж не знали, что он здесь есть. Я боюсь, что он не Катаринка, ты не устала? Сашенька, что ты будешь делать? У тебя голова не кружится? Давай, старайся, Антоша. Катарина вас так хорошо покатала.